Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике встретилась с семьями участников спецоперации. Какие вопросы были затронуты? 17 июня верующие отправятся в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, а о подготовке мусульман к паломничеству рассказали представители духовенства. Читали его стихотворения, цитировали произведения, говорили о его человеческих качествах. В Кычугу прошел вечер творчества к столетию Азамата Суинчева. Увековечили память народного поэта республики Михаила Бегера. В доме, где он жил, установили мемориальную доску. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаево-Черкесия. Член парламентской координационной группы по вопросам СВО, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Светенко в рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию встретилась с семьями участников специальной военной операции. На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» жены и матери участников СВО задали сенатору вопросы о реализации мер социальной и правовой поддержки. Они касались реабилитации военных и восстановления здоровья после боевых ранений, процесса произведения назначенных по закону выплат, льгот на оплату коммунальных услуг. Член парламентской координационной группы по вопросам СВО Инна Светенко отметила, что все вопросы, которые были затронуты на встрече, будут представлены руководителю рабочей группы по вопросам СВО, секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку с предложением для включения в доклад президенту России Владимиру Путину. И ситуация, в которой находятся все, она первая, ни мы, ни, слава богу, наши родители этого не испытывали, и поэтому, конечно, много нюансов, которые необходимо подправлять прямо, что называется, с колес. И знаю, что вы не понаслышке, а в своих семьях ощутили вот это положение. Для меня важно узнать, какие есть, может быть, там системные ошибки, может быть, есть еще то, что вы чувствуете, недостаточно делается с точки зрения государства, как меры поддержки семей, либо нюансы по выплатам есть какие-то, которые вас не устраивают. Хадж является одним из пяти обязательных столпов ислама. Его должен совершить каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. Посещать святыню в Саудовской Аравии можно в строго определенное время, через 2 с небольшим месяца после окончания уразы. О том, когда и как верующие могут совершить паломничество в этом году, расскажет Алла Качиева. На сегодняшний день более 200 жителей Карачаево-Черкесии уже подали заявки в отдел хаджа Духовного управления мусульман для совершения паломничества. С этого года возрастных и количественных ограничений для паломников, которые были введены с момента разгула ковида, не будет, и поэтому желающие еще могут включиться в список. В этом году требования к документам не такие сложные, как в прошлые годы. Справок от менингита или справки от прививки от коронавируса, таких условий нет. Единственное, от нас требуется паспорт, и чтобы не было препятствий на выезд со стороны судебных приставов или пограничников. Выезд в Саудовскую Аравию планируется 17 июня, но до этого времени паломники должны оформиться полностью. Хочу напомнить, что если даже хадж у нас начинается 27 июня, то подготовка требует более ранних сроков, за 2 месяца, за месяц. В этом году крайний срок подачи документов и записи в список – это конец Рамадана, то есть примерно 22 апреля. И еще Джетул Хаджи Тамбиев обращается к жителям Карачаево-Черкесии, которые планируют посетить святые места, с просьбой. В этом году и вообще все годы наши квоты нашей республики определяются по количеству поехавших уже паломников. Поэтому, пожалуйста, если вы не видите особой разницы, не езжайте из других регионов, потому что
по показателю, по количеству наших паломников нам будет утверждаться квота, количество квот. Перелет будет осуществляться из Минеральных Вод в этом году через третью страну – Объединенные Арабские Эмираты. Для паломников Карачаево-Черкесии планируют забронировать отели средней категории. Также в условия входит одноразовое питание в течение всей поездки. Также в условия входят трансфер, виза, сопровождение гидов и многое другое. Всего будет организовано две группы. Один комбинированный рейс, то есть вначале перелет до Дубая, а оттуда до Медины на автобусе. Цена такой поездки – $4800. Другая же группа попадет в Саудовскую Аравию, сделав две пересадки на самолете. Минеральные воды Дубая, Дубай-Медина. Цена такого маршрута – $5500. Комбинированный рейс, он является немного трудным, особенно для пожилых людей. Если у человека вот крайнее положение, что эти $700 он вынужден сэкономить, то тогда можно этим рейсом поехать. А просто в целях экономии я не рекомендую, потому что это очень утомляет человека, переезд Дубай-Медина на автобусе. Алла Качиева, Ахмат Чучаев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. В результате отработки полученной информации задержали двух наркосбытчиков, которые планировали оборудовать в Черкеске десятки тайников с героином. Оперативниками установлено, что граждане приехали в Карачаево-Черкесию под видом разнорабочих в целях распространения наркотического средства. Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции с поличным в момент осуществления закладки на территории, прилегающей к частному домовладению в Черкеске. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в кармане верхней одежды у одного из злоумышленников были обнаружены 83 полимерных свертка с порошкообразным веществом. Задержанные также указали места, где ранее ими уже были оборудованы тайники, из которых изъято 4 аналогичных свертка. Проведенная экспертиза показала, что изъятое содержит синтетический наркотик героин общей массой более 32 граммов. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Фигуранты заключены под стражу. Другим темам. В этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения народного поэта, прозаика, педагога, общественного деятеля Азамата Алимовича Суинчева. Эта дата широко отмечается в республике, и ему посвящены творческие конкурсы, круглые столы. О вкладе Азамата Суинчева в карачаевскую литературу говорили ученые, коллеги, родные и близкие на торжественном вечере и научно-практической конференции в Карачаево-Черкесском государственном университете. Кочегу всегда был центром научной и образовательной мысли. Ученых, учителей, студентов собрала самая масштабная конференция по глубине изучения и исследования творчества Азамата Суинчева. От имени многонационального коллектива университета гостей поприветствовал ректор вуза. Таусултан Узденов отметил, что значимость любого народа в мировой истории оценивается по его людям, которые прославляют свою родину и которыми гордится его народ. Имена таких людей, как Исмаил Семенов, Казим Мечиев, Кайсын Кулиев, Азамат Суинчев подняли силу и красоту нашего родного языка на высокий уровень. Творчество Азамата Суинчева многогранно. Им написано более 1000 стихотворений, десятки поэм, рассказов, повестей и около 100 литературных портретов современников. Он автор более 30 книг художественной литературы и научных трудов. Много лет назад случайная встреча Азамата Суинчева и его супруги Любовь Петровна с 18-летним абитуриентом Ставропольского мединститута Бориспием Тимрезовым сыграла огромную роль в жизни молодого юноши и оставила добрый след. Вы знаете, Азамат Алимович оставил неизгладимое впечатление в народе нашем. Он в моем сердце. Почему я это говорю, я уйду, небольшой экскурс. Значит, в далекий 67-й год, как я познакомился с Азаматом Алимовичем. Это 56 лет тому назад. Азамат Алимовичу тогда было 44 года. Красивый, харизматичный, очень приятный человек.
Могучий талант поэта и его энергия оказались способными отразить в высокохудожественных произведениях особенности вхождения своего народа в новые исторические реалии. В то же время творчество Суинчева явило перед нами выдающиеся образцы лирической поэзии, искрящиеся радостью и светом, наполненные добром и мужеством, душевной щедростью, славя любовь и ставя женщину превыше всего. Женщину-мать в особенности, в этом он видел свое призвание, говорили выступающие. Азамат Алимович Суинчев спас совесть народа. Если немножко философски посмотреть на слово «совесть», это «намыс». «Динны баши намысты» – это значит, это превыше всего. Университет, руководитель книжного издательства Роза Буинсузова преподнесла в дар экземпляры книг, выпущенных в этом году по госзаданию. А к столетию Азамата Алимовича был издан библиографический указатель. Азамат Суинчев воспитывался на традициях фольклора и национальной литературы. В 1937 году, когда был репрессирован Хасан Апаев, в Джигуте все из библиотеки все книги бросили на улице, на земле и поджигали их. Он учеником достал эту книгу из огня, и вот эту обожженную книгу он увез в Среднюю Азию. Настолько он с уважением относился к этому первому карачаевскому роману и не мог уехать, чтобы это произведение не было снято. Молодой поэт был призван на фронт, а после испытал и тяготы лишения со своим народом. А когда вернулся на свою историческую родину, где первой изданной книгой была «Кобанны Мунчаклары» «Бусы Кубани», в которой центральное стихотворение посвящено возвращению, когда пригоршнями люди пили воду из родной реки. Есть еще дома много неопубликованных архивных материалов повестей, которым дали отзывы такие великие поэты, как Константин Симонов, говорит дочь Татьяна. И хотелось бы, чтобы и они увидели свет. Алла Динаева, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия. В республике увековечили память народного поэта Карачаево-Черкесии Михаила Бегера. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. В Черкесске, в доме, где жил поэт, была установлена мемориальная доска. Подробности у Али Баташева. Потому что когда-то вечер теплый, синий, по-российски, всем сердцем я влюбился в Россию. В ее светлые дали, голубые просторы, и впитал ее радость, и впитал ее горе. Любовь к большой и малой родине, восхищение красотой и неповторимой природой занимает центральное место в творчестве народного поэта Карачаево-Черкесии. Еще 5 лет назад, несмотря на болезнь, отнимавшую много сил, Михаил Леонидович не прекращал работать. Встречался с читателями, помогал молодым дарованиям, с готовностью давал интервью и заражал своим оптимизмом и жизнелюбием. В Черкесске он проживал по адресу переулок Одесский, 5. Теперь здесь установлена мемориальная доска. О поэте и его творчестве вспоминали друзья, коллеги и близкие. Много раз видели здесь проходящего по городу, идущего Бегера с его шевелюрой. Ведь каждый шаг его, каждое действие, оно превращалось в стихи, в слова. И вот сейчас его нету, а эти стихи живут. Он мне запомнился как человеком, вот как его голос, как он умел говорить, как он мог декламировать свои произведения, да и другие произведения. Человек, вот если говорить одним словом, это русская душа. Творческое наследие поэта насчитывает 5 сборников стихотворений. «Я чертовски устал», «Моя журавлиная Русь», «Я к вам иду», «Симфония на кончиках пера», «Молитесь о России». Каждый из них отличается бережным отношением к слову. И мне опорой мой язык, он посох мой, крыло мечтателя. В нем отражен прекрасный лик животворящего создателя. В нем гений русской красоты. В нем, как созвездия небесные, луков волшебные цветы и колориты наши местные. На церемонии открытия памятной доски прозвучали песни на стихи Михаила Бегера, а также его архивные записи. «Все живое вне времени, все живое вне срока», – писал автор в одном из произведений. Время подтвердило истинность этих слов. А поэты помнят, пока живут его стихи. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.
Ансамбль национального танца «Намы» сельского дома культуры аула Кошхабль стал лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля и конкурса искусств «Без границ», который проходил в Санкт-Петербурге в начале апреля. Детский коллектив дебютировал на конкурсе с двумя номерами. Хореографическая композиция «Ожерелье адыгских танцев» принесла ребятам высшую награду «Золотое терпсихора», а «Нежный девичий танец» стал лауреатом первой степени фестиваля конкурса. Руководитель ансамбля Ахмед Адам Моков, балетмейстер Хусин Дабагов. С размахом отметили Всемирный день здоровья педагоги и учащиеся третьей школы Карачаевской имени Харуна Богатырева. В увлекательных испытаниях яркого праздника весны, главная задача которого — напомнить всем о самом важном, приняли участие даже самые маленькие ученики начальных классов. Ахмат Халкечев продолжит. Насыщенному духом здравия и спортивного азарта дню дала старт замдиректора Лилия Аскировна Артабаева. Она отметила высокий статус и значимость Всемирного дня здоровья. Это международный день, поэтому отмечают его не только у нас в России, но и во всем мире. Каждая школа по своим планам. Ну а план, разработанный в этой школе, оказался весьма насыщенным всевозможными конкурсами, состязаниями и яркими эмоциями для всех. Спортивную часть открыл волейбольный турнир старших классов. Не менее динамичны были веселые старты среднего звена, а начальные классы покорили Комсомольскую гору на юго-восточной части Карачаевска. Мы были в парке, гуляли, играли, катались на самокатах. Мне очень понравилось. Желаю вам счастья, здоровья, любви, чтобы вы никогда не болели. Также никого не оставили равнодушными выступления пловцов, опять же, из числа самых юных учащихся школы. Малыши продемонстрировали все, чему они научились на внеурочных занятиях по плаванию. Ахмат Халкечев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. А сейчас наша постоянная рубрика «Интервью». Альбина Ламкова встретилась с руководителем филиала Россельхозцентра по Карачаево-Черкесии Артуром Хубиевым. Гость рассказала о реализуемых программах и проектах. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Здравствуйте, Артур Азнаурович. Здравствуйте. Аграрный сектор считается одним из ведущих отраслей в экономике нашей республики. Скажите, пожалуйста, как специалисты Россельхозцентра помогают труженикам этой отрасли? ФГБУ Россельхозцентр оказывает широкий спектр услуг как юридическим, так и физическим лицам. Услуги как государственные, так и платные. Сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим деятельность в области растениеводства. Здесь и определение посевных и сортовых качеств семян, и проведение фитоэкспертизы, обследование посевов и посадок сельхозкультур на выявление наличия вредителей, болезней, возбудителей, сорной растительной, мониторинг движения семян, средств защиты растений, мониторинг объема выполняемых работ по защите растений, проведение ПЦР-анализов на наличие генно-инженерно модифицированных семян, анализ на выявление остаточного количества пестицидов, тяжелых металлов, митотоксинов и других вредных для организма животных и человека элементов, проведение сертификации растениеводческой продукции и семеноводческих хозяйств. Россельхозцентр, он не обладает какими-либо контрольными либо надзорными функциями. Он призван помогать сельхозтоваропроизводителям посредством проведения анализов посевных сортовых качеств семян, определения зараженности, определения качества протравливания семян. То есть все эти услуги мы оказываем за счет государства, за счет федерального бюджета. Для сельхозтоваропроизводителя они полностью бесплатны. Это только то, чтобы он обратился к нам по заявлению по соответствующей форме. И весь спектр услуг, которые мы можем оказать, мы ему оказываем. Одним из важных направлений работы вашего филиала является защита растений. Что вы в этом направлении делаете? Какие проводите мероприятия? Мероприятием в области защиты растений является фитосанитарный мониторинг. Обследование посевов и посадок сельхозкультур на наличие вредителей, болезней растений и сорняков. Учет состояния плодородия земель сельхозназначения. Специалисты Россельхозцентра ежегодно проводят фитосанитарный мониторинг на площади более 384 тысяч гектаров. Проводятся истребительные и защитные мероприятия по
по уничтожению вредителей, болезней растений, сорной растительности. Также проводятся мероприятия по борьбе с вредителями на территории города Черкесск. Данные услуги осуществляются на платной основе. В нашем распоряжении имеются самоходные опрыскиватели как на пневмоходу, так и с повышенным клиренсом для обработки высокостебельных культур. Вот скажите, пожалуйста, смогут ли хозяйства вот сейчас в нынешних непростых экономических условиях провести фитоэкспертизу семян и фитосанитарный мониторинг? Как вы это собираетесь сделать? Да, безусловно, сельхозтоваропроизводители могут получить такие услуги, как фитосанитарный мониторинг и фитоэкспертиза семян в нашей организации. К слову сказать, многие сельхозтоваропроизводители очень легкомысленно относятся к фитоэкспертизе семян. Ведь для того, чтобы гарантировать себе хороший урожай, нужно самое пристальное внимание уделить именно подбору семян, подбору культуры, сорта, а также качества семян, качество их протравливания и фитосанитарное состояние. Отдел по защите растений филиала Россельхозцентра по Карачаево-Черкесской Республике уже начал проведение фитоэкспертизы семян. Фитоэкспертиза семян нацелена на выявление таких болезней, как твердая головня, пыльная головня, септориоз, фузариоз, крайне опасными для жизнедеятельности человека считаются результаты жизнедеятельности плесневых грибов. Филиалом ведется работа по распространению сортов и гибридов отечественной селекции. К слову сказать, в нашем информационно-консультационном пункте уже не первый год реализуются семена овощных культур собственного производства. Центральным аппаратом Россельхозцентра ведется реестр семян отечественной селекции к реализации. Данный перечень семян доступен для ознакомления на нашем сайте. Артур Азнаурович, скажите, пожалуйста, какие новые технологии вы используете в вашей работе? Да, конечно, мы стараемся быть в тренде, осваиваем новые технологии. В последнее время в нашей стране повысился интерес к беспочвенному или гидро- и аэропонному выращиванию растений. Данный метод предполагает выращивание растений без использования грунта либо и различных субстратов. Проще говоря, корни растения остаются висеть в воздухе, и все необходимые питательные вещества получают из питательного раствора, который распыляется при помощи специальных форсунок. Данный метод является менее затратным и позволяет получить более высокий урожай. Данный метод мы уже используем на протяжении нескольких лет. И, к слову сказать, конечно, бывают и победы, и неудачи, но в большинстве своем мы как бы довольны. Выращивается картофель сорта «Инноватор». Ежегодно мы высаживаем более 3000 растений на теплице площадью порядка 300 квадратных метров. Период вегетации растений длится от 120 до 140 дней, что позволяет получать 2 урожая в год. Клубни растений мы собираем по мере созревания и помещаем в специальную холодильную комнату, где выдерживается температура 3-4 градуса Цельсия. Картофель у нас идет на семенные цели. Да. Ее высаживает в груд и получают семена высоких репродукций. Я знаю, что специалисты Россельхозцентра занимаются внебюджетной деятельностью, выращивают тюльпаны и грибы. Что еще помимо этих двух культур вы в теплицах у себя выращиваете и что планируете? На самом деле у нас очень много направлений внебюджетной деятельности. Некоторые направления у нас носят коммерческий характер, иные пока еще представляют чисто научный интерес, если так можно выразиться. Кроме грибов и тюльпанов, у нас, как я уже сказал выше, и выращивание семенного картофеля безвирусного. Также у нас налажено производство гуматов, органоминеральных удобрений на основе гуминовых кислот и иркутского месторождения. Производство семян, овощных культур. В
реализация средств защиты растений, минеральных удобрений, как для небольших фермерских хозяйств, так и для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для дачников. Также у нас в перечне платных услуг и опрыскивание сельхозугодий, вспашка. Безусловно, объем работы очень большой, работа порой бывает сложная, приходится и лопатой поработать, и тяпкой, где-то и ремонт техники, и какие-то внештатные ситуации. Ну, считаю, что специалисты справляются очень хорошо. Конечно, хотелось бы иметь штат побольше, чтобы и нагрузка на людей была поменьше, и результаты работы уже, возможно, были бы другие. Но, к сожалению, финансовая составляющая не позволяет этого. Для продолжения успешной деятельности у нас на первых позициях, если можно так сказать, прохождение процедуры аккредитации нашей лаборатории в Росаккредитации. В настоящее время мы работаем в системе добровольной сертификации. Будем проходить аккредитацию и уже работать в системе Росаккредитации. Это что касается бюджетной деятельности. Что касается внебюджетной деятельности, у нас очень много наработок, очень много мыслей и про выращивание растений на досветке с помощью специальных фитоламп. Это выращивание семенного картофеля и в горшках, и расширение нашей теплицы для выращивания аэропонным методом. И также в наших планах приобретение агродронов для произведения работ на полях. К сожалению, данное направление очень затратно и технологично. Не знаю, может, в этом году и не получится, но на следующий год мы бы очень хотели попробовать. Спасибо вам, Артур Азнаурович, за беседу. Желаю вам, чтобы усилиями ваших специалистов Россельхозцентра урожай в нашей республике достиг максимальных результатов.